Давайте знакомиться с нашим гостем. Александр Морозов, хранитель добрых традиций. Так мы для себя его назвали. А вообще расскажу вам небольшую историю. Это предыстория перед тем, как начнем общаться. Мы с Александром познакомились в лесу, в избушке. Неожиданно. Правда, Александр? Да. Ну да. Мы с семьей гуляли по лесу, набрели реально на избушку с очень смешным названием. Можно сказать, да? Ёшкин дом называется. Избушка, да. И нам очень хотелось согреться. Александр любезно нам приготовил, по-моему, сбитень тогда мы у вас пили. Да. И что-то вкусненькое мы тоже поели горячее. А еще вы моего сына учили в шахматы играть. И он это до сих пор помнит. Но сегодня, Александр, доброе утро вам. Здравствуйте. Доброе утро. Что вы нам будете готовить? Не сбитень? Нет, сегодня мы будем готовить то, чего мало кто готовит на самом деле. Вот я уже достаточно лет живу, мне еще никто ни разу не предложил массалу. Кроме того человека, который меня научил этому. Это... Я ни разу не пробовала, но я понимаю, что это будет очень ароматно, потому что у нас уже от одних ингредиентов здесь такая палитра запахов. Можно вот просто слушать их, и все. Есть. Что нужно? И какие ингредиенты? Начинаем с родниковой воды. Мы уже ее налили. Набираем ее на столбах на восточном входе. Так, хорошо. Далее. Я думаю, что все знают имбирь. Имбирь, конечно. Так, корень имбиря мы крупно режем, да? Нет, ну... Лучше его порезать мельче, на самом деле. Чтобы он побольше аромата отдал. Совершенно верно. Но это первое, что мы можем добавлять все это пока в холодную воду, да? Да. Так. Этот напиток будет сильно пряным, острым или нет? Достаточно, да. Теплый напиток, довольно-таки теплый, потому что все приправы теплые. Здесь у нас будет кардамон. Здесь у нас будет черный перец. Берем-то мы так много прям берем, щедро. Ну, знаете, вы тоже взрослые все, я вот смотрю. Мы же не дети. Выдержим, да? Ох, конечно. Давайте покажем. К тому же времена у нас так. Нелегкие, смутные. Кардамон, черный перец, лавровый лист. А вот это вот... Корица, да? Это корица, палочка корицы. А вот это что за орешек такой? Это мускатный орех. Мускатный орех. Как волшебный это пахнет? Запах. Запах действительно волшебный. Так, с чего мы начинаем? Начинаем с родниковой воды, затем... Кладем имбирь, корень имбиря. Соответственно, подсластитель. В данный момент у нас это белый наш волшебный сахар. Чтобы успокоить имбирь, да, немножко сбалансировать его? Нет. Сладкое, с острым. Вообще, чтобы это было более-менее как-то приятно пилось. Потому что его можно сделать и без подсластителей, в принципе. Но будет тяжелее, да? Ну да, но такое? Это будет такой приятный, ароматный, теплый, хороший, интересный напиток. Угу. 8 лет я его уже готовлю. А научил готовить меня Каджол Шастри. Это такой индийский астролог, который иногда бывает в нашем городе раз в 4 где-то года, наверное. И вот он показал мне вот процесс приготовления. То есть, в принципе, рецептуру можно найти где угодно в интернете, да? А вот технология приготовления, а вот технология с нюансами. Это уже нюансы, да. Значит, продолжаем. Это что мы сейчас это взяли? Кардамон. Кардамончик. Вы его как-то разминаете? Да, пальцами, лучше его, да, разрывать, потому что это стручки, но... Некоторые люди, ну, если у них есть такая возможность, они это все разминают, всю эту толку там в ступочках и прочих там инструментах, которыми можно заниматься. Те ингредиенты, которые сегодня у нас в студии, вы их собирали по магазинам, по обычным, или все-таки у нас в супермаркете не найдешь вот тот же мускатик, не пыль от него, а сам мускатный орех? Где найти такой? Хороший вопрос, Екатерина. Знаете, это нужно искать где-нибудь на рынках лучше всего. У нас есть же рынки, да? И есть, соответственно, приправы, рынки, да, где вот именно те приправы, которые, да, азиаты... Настоящие, да, что-то. Именно не то, что... Так, мускатный орех добавляем, потому что он должен тоже у нас... Вы его так как бы строгаете, грубо, да? Грубо режем, да, угу, не стесняясь, потому что у нас же не гламурное производство. Нам главное вкус. Совершенно верно. Ложим, кладем... Черный перец, но и немножко добавляем еще душистого перца. Чуть-чуть. Угу. Вы же будете потом готовить по моему уже рецепту, конечно, правильно? Конечно. А мы зачем отлично вас пригласили? Корица. А, корицу тоже. Можем тоже сломать, взяли, чтобы все это быстрее происходило. Все, это закипело, это все работает. Так, 800, отлично. Важно, чтобы прям вот бурлило-бурлило всю дорогу, да? В данный момент, немножко, чтобы это забурлило, угу, в данный момент. Куда мы дели ложку, девушки? Вот так. Вот она, наша ложка. Значит, да, теперь один из главных тоже ингредиентов – это черный чай. Чай должен быть хорошим.
Вот это очень важно. Не будем рекламировать. Найти. Какой? Ну, это крупнолистовой. Ну, должен быть крупнолистовой. Лучше всего крупнолистовой, потому что мелколистового хорошего я не видел. Угу. Вот. Значит, так. Все, даем возможность закипеть этому всему. Долго, а оно уже закипело. Долго оно должно кипеть, выпариваться вот. Вот смотрите, это нам достаточно 2 минуты. Угу. Теперь самое главное, мы добавляем молока. Как только все закипело и чуть-чуть покипело, мы добавили молока и ждем, когда оно начнет подниматься. К молоку есть особые требования? Это должно быть лучше жирность, да. Лучше, если не домашнего нет возможности, то лучше всего где-нибудь 3,2, 3,4 вот такой жирности. Ну, то есть это будет такая консистенция по насыщеннее, соответственно, будет. В каких пропорциях вода и молоко? Вот, самый главный момент. Можно 1:2, как говорил пандит Джи, 1:2. Но то есть 1 – это вода, 2 – это молоко? Да, но мы делаем 1:3. То есть вот на двоих, например, чтобы напиться вдоволь, ну, давай, чтобы нужно... Троих. Нет, секундочку. На двоих, чтобы напиться вдоволь, нужно 150 грамм воды и 300 грамм молока. На двоих. Хорошо. Чтобы было... У нас будет побольше, потому что мы же вот... Смотрите. Так. Мы не даем возможность кипеть особо-то. Нет необходимости. Как больше только поднимается, так... мы добавляем второй раз. Обмен нотками сейчас происходит у нас такой. Каждая специя что-то отдает. Да, совершенно верно. И все это магия небольшая. Это магия. Без нее просто будет неинтересно. Ну вот вы готовите кофе, да? Вы там что-то возле него стоите, оно поднялось, быстренько налили, выпили. Что хочется? Те, кто курит, хотят закурить. Те, кто не курит, чего-то тоже хотят. После этого вы ничего не хотите. Вам просто хорошо. Серьезно? Вы знаете, что вы его готовили 10 минут, а то и 12. Вы знаете, что вы вот вложили сюда что-то, там, душу, да, потихонечку все разламывали. Процесс вот всего вот этого вот тоже чего-то стоит, да? То есть успокоились. Более того, еще и завтракать не надо. До 11 можно протерпеть смело. Серьезно? Девушки, это да. Очень сытное явление. Да. Значит, то нам мы... еще молока нужно добавить? Обязательно. Вот как раз по технологии приготовления мы об этом и говорим. Опять закипело, да? Мы добавляем третий раз. Значит, как говорит наш достопочтенный пандит Джи, нужно добавить молока не менее 7 раз. Да вы что? Да. Ну, по чуть-чуть. Да, совершенно верно. То есть вообще вы увидите везде, наверное, где-нибудь, если что-то где-то загуглите, да, вы увидите кучу рецептов, где все залили и 10 минут кипятим. Ну, представляете, 10 минут кипятить молоко, это же шок. Уже хочется пробовать. Даже для домохозяйки, наверное, не для мужчины, да, стоять и мешать это молоко, которое должно убежать куда-то. Нам никуда не надо торопиться, мы спокойно готовим. Нам-то вот сегодня постоянно. Надо немножко торопиться, у нас-то эфир. Хорошо, уже. Давайте. Можем дегустировать? Нет, на давайте. Самом деле, у нас будет еще одно включение с вами. Вы пока добавляете 7 раз ваше Конечно. Молоко, мы вернемся к вам обязательно. Иначе, Екатерина, мы просто не получим волшебства. Хорошо, я жду волшебства. А мы-то здесь уже приготовили чай масала, и мы уже дегустируем, и это очень ароматно, вкусно, пряно. Здесь столько специй, мы вам показывали, и имбирь, и кардамон, и черный перец, и душистый Мои перец. Мои дорогие, основной ингредиент – это что? Вода молоко. Или да, молоко? Александр, вода, повторите. Чай, молоко и подсластитель. Mm-hmm. Все, что было дома. То есть все в равных пропорциях, плюс всякие необходимые есть специи. Есть еще пятый элемент – это специи. Это специи. Запоминайте, пробуйте, берите. Делайте, конечно же, чтобы этот напиток сочетался с каким-нибудь вкусным дополнением, будь то печеньки, тортики. Ну и вообще в целом, конечно, подобное на работе не сделаешь. У всех кофемашины стоят, какие-то кулеры. А вот такой все-таки домашний напиток можно попробовать сделать сегодня Александр, вечером. Ваши дети после пьют? Работы. Обожают просто. То есть детям тоже вот это можно? От 3 до 9 у меня дети, их 3. Угу. Все они любят. Ну, я, конечно же, там минимизирую, ну, понемножку. Ну, пить его тоже нежелательно много в день, допустим. Можно 2 раза в день. То есть с утра можно и часов 5-6 вечером. Такой опять же, взбодриться. Вкус, да. Его много и не выпьешь, но немножечко нужно для того, чтобы зарядиться вот этой вот перчинкой от имбиря, остринкой, сливками для нежности. Дегустации масалы. Заканчиваем наш сегодняшний эфир.